9 августа помощник главы города Арсен Базаев продемонстрировал результаты выполненной работы в рамках программы «Доступная среда», направленная на обеспечение комфортного передвижения маломобильных граждан. Участком проведения работ стал городской рынок, а также прилегающие территории. Вот сейчас я лично обход делал везде вокруг, сам прошел без посторонней помощи. Вот со стороны Назарова 9 точек вышло у нас от поликлиники до главного входа городской рынок, и внутри рынка сделали 6 точек. В общей сложности в ходе работы было установлено 15 пандусов. Теперь они есть у главного входа на рынок, а также у основных павильонов торгового объекта и на прилегающих улицах. Эти старания позволят маломобильным гражданам беспрепятственно отправиться за покупками без посторонней помощи. Помимо этого, у поликлиники на улице Назарова и на основной парковке рынка появились дополнительные места для инвалидов. Однако некоторые граждане, не беря во внимание поставленные знаки, паркуют свои автомобили именно на тех местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Внутри городского рынка всю эту работу сделали в администрации рынка. И даже помогли нам делать, вот где инвалиды знаки установить, там делать пандус, то ли директор рынка от себя помог нам это все финансировать. Несколько точек, прилегающие к коммерческим объектам, удалось установить при помощи собственников данных помещений. К слову, таких предпринимателей оказалось немного, но радует то, что есть те, кто ответственно подходит к решению данного вопроса, отмечает Арсен Пашаевич. Он также дополнил, что в ходе работы удалось устранить наиболее проблемные участки, опасные не только для инвалидов, но и для других людей. Наградой за старания в который раз служат искренняя радость и слова благодарности. Мне многие инвалиды, вот, которые они катаются, снимают ролики, кидают мне, Арсен говорит, спасибо, как будто я это сам сделал. Так все так приятно бывает. Когда мы здесь работали, вот женщины проходят рядом, они говорят, спасибо, вот только спасибо говорят. Вместе с тем, отмечает Арсен Пашаев, в городе есть немало улиц, требующих внимания. В связи с этим, если у вас есть желание оказать финансовую или иную помощь в проведении благого дела по установке пандуса в городе, обратитесь по номеру телефона, указанному на экране.